Здравствуйте, меня зовут Настя, и я работаю на Гоке Оленей ручей уже больше 10 лет. А работу свою я очень люблю, дорожу ей. А у нас прекрасные люди, сотрудники, которыми мы все дружны. И, в общем, нас можно назвать одной большой семьей. Родилась я в Апатитах в 85 году. Родители мои приехали из Вологодской области, города Великого Устюга, сюда осваивать и покорять север. Папа работал в Трест Апатитстрой водителем и непосредственно принимал участие в строительстве нашего города Апатиты и Кировска. Помнится, в детстве очень часто съездила с ним в кабине его МАНа или МАЗа. Не совсем разбираюсь в машинах. Вот. И то есть все это видела своими глазами, было очень интересно. Мама моя проработала всю свою жизнь в детском саду медицинской сестрой. Сейчас она является ветераном Мурманской области, да, 42 года проработала и ушла на заслуженный отдых помогать мне с моей доченькой. Папы моего, к сожалению, уже нет с нами, но он всегда в наших сердцах, в нашей памяти. Всегда его вспоминаем при наших семейных посиделках. Я воспитываю двух детей, совершенно разных. Во-первых, и полом разные, и возрастом. Сын у меня уже совсем взрослый, богатырь, мой помощник, моя надежда, опора и поддержка. Ему 17 лет, в мае уже 18, уже прям самостоятельный. И малюточка моя, принцесса, доченька, которой исполнилось 3 годика. Так что можно сказать, у меня сейчас вторая молодость. Вот еще непосредственно одна моя любовь. Это прорубь, на которую я появляюсь каждое воскресенье. Плаваю я, моржую с 19 года. Также обожаю это занятие, всех зову, подтягиваю к себе. Мой сын 11 лет занимается профессиональным плаванием. И я тоже пытаюсь приучать его к закаливанию. И не совсем недавно он посетил со мной прорубь и был в восторге. И старается тоже сейчас по воскресеньям находиться здесь. Младшенькой моей доченьке, Верочке, всего 3 годика, но уже проявляются ее лидерские качества. Очень любознательная, достаточно целеустремленная, как говорят в садике про нее, что она будет великой актрисой, ну или прокурором. В общем, вся моя семья – это сын, дочка, мама, я. Как стих получился, что хочется сказать. Семья – это самое важное и ценное в нашей жизни. Это место, где тебя никогда не предадут, не позавидуют, не будут тебе врать. Это место, где тебя любят, безусловно, и где всегда чувствуется поддержка и опора. Берегите свои семьи.